В столице Якутии проходит торжественное мероприятие, посвященное 60-летию университетского образования в республике. В Доме правительства номер один организовали торжественную встречу с членами ученого совета СВФУ. Вручили государственные награды ученым, преподавателям, внесшим значительный вклад в развитие академического образования в регионе. Добавлю, что Якутский государственный университет был открыт в 1956 году, а с 1990 года главной кузнице кадров республики присвоили имя Максима Кировича Амосова, одного из основателей государственности Якутии. У нас в 1956 году был создан университет. Это для Якутии, для автономной республики, это было эпохальным событием. Потому что без образованных кадров, без подготовленных кадров ни о какой государственности, ни о какой автономии и не могло быть речи. Поэтому для нас это очень серьезное событие, большое событие, вообще для целой республики, для жителей республики. Поэтому сегодня организованы встречи председателя правительства с ученым советом СВФУ.